Эту гору здесь называют заколдованной. Есть легенда о том, как злой дракон, чтобы проучить непокорных людей, заколдовал эти места. Ого. И превратил всех людей и зверей, которые здесь жили, в угрюмые камни. Редкий смельчак отважится взобраться на эту вершину. Да, у заколдованной скверный характер. Наверное, зимой здесь особенно трудно. Да, такая иногда закрутит метель, все дороги занесет, ни пройти, ни проехать. И все же мы служим и не тужим, Василий. Граница всегда граница, в любое время года. Но мы поедем. Подождем у пастбища. Хорошо. Кто у него там похоронен? Мать. Ижра, ты что, чувствовала, что я сегодня должен приехать? Олег сказал. Я понимала, что ты не проедешь мимо, и пришла. И хорошо сделала. Пойдем. Фарух, ты немного изменился. А ты нисколько не изменилась. Все такая же, как и раньше. Ну, как твои курсы? Окончил. Счастливый. Да. А у меня скоро экзамены, приходится целые дни заниматься. Боишься? Ну, еще бы. А ты разве не боялся? Было немного, и я трусил. Только бы русский сдать, остальное все уже проще. Ну, за русский ты не волнуйся, я помогу. Здравствуйте, дядя Гамбар. А, здравствуйте, рад вас видеть, как жизнь? Отлично, дядя Гамбар. А это что, новенький? Я его не знаю. Да, новенький. Добро пожаловать к нам в горы, сынок. Спасибо. А вы куда направляетесь? На заставу. А, нам, значит, по пути. Ну что, товарищ старший лейтенант, хотите устроим с вами гонки, а? Да куда нам? Вашего скакуна и на самолете не догнать. Здравствуйте, дядя Гамбар. До свидания, товарищ старший лейтенант. Свидание. И чего он на меня злится? На второй стол. Ого, пришел, наконец-то. Ну, здравствуй, как дела? Здравствуй, друг. Ну что, дела идут? Идут, а как же иначе? Держи. И спрячь получше. Я знаю. Ну, хорошо. А как будем рассчитываться? Как договорились? Да. Чайку выпьешь? Какой чай? Ты что? Это для друзей. Он у тебя переночует, уйдет на следующий день. Да ты что? Не волнуйся, все будет в порядке. Надо одно дельце провернуть, ты в обиде не будешь. Ну, это очень опасно, оставить его на ночь. Ничего, ты не новичок в этом деле. А за риск ты получаешь наличие. Будьте добры. А? Ну, ладно. Коробку Казбека. Значит, завтра ты получишь 25 килограммов коробка сыра, Казбека. 20 килограммов и 70 сахара, копеек 50 сдачи. Халвы, спасибо, до свидания. До свидания, сынок. Пачек папирос. Ну, ты все понял? А может, лучше не рисковать? Твое дело. Ну, ладно.
а он не может подвести. Это дело верное, ты слушай. Мазила! Давай! Вот класс. Эй, ребята! Барух приехал! Приехал! Ну, встретились, дружки! Олег, здорово! Ну как, ого, сколько, молодец! Здравствуй, сержант! Здравствуй, Фарух, с приездом! Привет, дружище! Ну как курсы-то? Нормально, только соскучился немного. О, Фарух! Ну, сержант, раз такое дело, завтра же пошли его в наряд вместо меня! Фарух, ну а как Гроз подвел? О, он у нас медалист, Грозный! А что это за медаль, Фарух? За отличное выполнение команды. О, молодчина, Грозный. Ребята, не подкачал. Кто первый побежит на ферму и сообщит Эжеран, тот не прогадает. Вы опоздали, ребята. Она опередила вас. Здрасте, товарищи. Здравствуйте. Ну, радист, я уверен, что наши ребята тебе понравятся. Знакомьтесь, товарищи, Василий Власов будет служить у нас. Василий. Олег. Юра. Василий. Николай. Василий. Иван. Василий. Сергей. Ну, как тебе жилось? Да так, нормально. Вот только скучал немного. Немного? Мировая девушка и Жирен. Считал дни до твоего приезда. Ну что, увидел дружка и все на свете позабыл. На, тебе письмо. Если будешь писать ответ, давай поскорее. Почту через час отправляй. Хорошо. От кого? От мамы. А? Товарищ майор, сержант Асадов окончил курсы и прибыл для дальнейшего прохождения службы. Поздравляю. Зайди попозже, побеседуем. Куда Ежран подевалась? А зачем она тебе понадобилась? Я хочу знать, где моя дочь. Наверное, пошла к подруге заниматься. У нее скоро экзамены, ты же знаешь. Ты уверена, что она ушла к подруге? Да что это с тобой сегодня? А ничего особенного. Ты что, не знаешь? Вернулся из города этот парень и опять морочит ей голову. Ты мне смотри за дочкой, а то я ей такое устрою. Ничего ты сердишься, не знаю. Он хороший парень, скромный, вежливый. Ей учиться надо, а не о парнях думать. Собьется девчонка с пути, что ты тогда скажешь? Ты что, дочь свою не знаешь? Нехорошо, Гамбар. Фарух относится к ней с уважением. Зачем так говорить? В селе и так уже о свадьбе болтают. Только и слышу со всех сторон. Скажи своей дочери, что я не позволю позорить мое имя. Да перестань ты, наконец. Если сама не понимаешь, то молчи и слушай, что тебе муж говорит. Если еще раз увижу вместе дочку и этого сержанта, пеняйте тогда на себя. Ой, Фарух, подожди, я устала. Давай отдохнем. Ой. Фарух, надо возвращаться домой, уже темнеет. А ты знаешь, что это за место? Нет. Сейчас увидишь. Это здесь рядом. Вот здесь я родился. Мне было 6 лет, когда мама погибла во время наводнения. Меня отправили в детдом. Там я окончил школу, потом попал на заставу. Знаешь, каждый раз, когда я сюда прихожу, мне кажется, что вот-вот произойдет чудо, и все станет как прежде. Будто не было ни наводнения, ни войны. И отец на фронт не уходил. И мы не получали похоронные. А вот здесь был наш дом. Маму придавило вон той стеной. Вот здесь она лежала. А там у нас была веранда. Здесь стоял ствол, вот как раз где куст. О, вот наш тындыр, видишь? Когда мама пекла чурек,
дрова в тандыре так жарко разгорались, что искры так и сыпались во все стороны. А мне это очень нравилось. А там, вот у этого дерева любил сидеть отец. Вот так он сидел. Ах, нет, не так. Вот так. Кажется, так. Знаешь, маму я как будто и сейчас вижу. А вот отца совсем забыл. Помню только, что у него был шрам вот на этом месте. Иногда я заберусь к нему на колени, растреплю ему волосы и спрашиваю: «Папа, что это у тебя такое?» А он улыбнется и отвечает: «Это чертенок меня как-то поцарапал». Я спрашивал: «А чертенок на кого он похож? Какой он?» А отец отвечал: «Такой, как ты». Да. Ты знаешь, меня сюда все чаще стало тянуть. Я люблю приходить сюда один. Сижу здесь, мечтаю и вспоминаю свое далекое детство. А сегодня я тебе помешала? Нет. Ну, разве ты можешь мне помешать? Я очень рад, что ты пришла со мной. Вчера твой отец ходил к майору Назарову. На заставу? Ага. Зачем? Он не хочет, чтобы мы встречались. Майор вызывал меня. А у меня, кроме тебя, никого нет. Вот Олег. Недавно письмо получил. А я никогда писем не получаю. Некому мне писать. Вот ты, Жран, сейчас вернешься домой. Домой. Для меня это слово очень много значит. Очень. И мне хочется, чтобы у нас с тобой был свой дом. А твой отец, он почему-то против меня. Фарух, давай пойдем к нему. Вот прямо сейчас пойдем к отцу и все ему расскажем. И когда он узнает... Нет. Я боюсь, Ижран, что у нас с тобой ничего не выйдет. Что же делать? Сам не знаю. О, что случилось, товарищ, за фермой? Куда это ты на ночь глядя? Дядя Бахиш, скажи чабанам, чтоб далеко не угоняли отару. Завтра стричь будем. А погода портится. Видишь, как небо заволокло. Как бы грозы не было. Да, вон какие тучи собираются. Эй, эй, ребята, сюда! Ну-ка, Гамбар, твои глаза помоложе. Погляди, кто это там в такой поздний час разгуливает? Эй, стойте! Оставь девчонку в покое, сколько раз тебе повторять. Отец! А ты молчи, негодница, когда отец говорит. Хочешь из меня посмешище сделать? Но я еще с тобой поговорю. Марш домой! А тебя последний раз предупреждаю. Оставь мою дочь в покое. Зря вы сердитесь, дядя Гамбар. Никто не думает над вами смеяться. Мы сожрем, друзья. Даже имя ее забудь. Дядя Гамбар. Вы как-то неверно понимаете... Ты что, учить меня вздумал, щенок? Я попрошу все-таки выбирать выражение. Вы мне в отцы годитесь. Со своим отцом меня не равняй. Если бы мой отец во время войны прятался за эти горы и не погиб на фронте, тогда вы не смели бы меня оскорблять. Ты что это хочешь сказать, а? По-твоему, я здесь за этими горами от фронта прятался? У меня два сына ушли на фронт и погибли. Ты в подметке не годишься моим сыновьям. Мы здесь тоже не в игрушки играем. И если понадобится, я и жизни своей не пощажу. Красивые слова все говорить умеют. Это нетрудно. Ты попробуй делом доказать. Тогда бы мы посмотрели, достоин ли ты носить эту форму. Ну, об этом не вам судить. Я
И проснулась надежда моя, ушла с того дня. Сердце тает в груди у меня, вся душа в огне. Что же делать мне? Вся душа в огне. Тяжело встречи ждать, тяжело одному. Я печаль не уйму. Сердце жжет в груди, сердце ждет, приди. Я один, ты пойми и приди. Что, от счастья ничего не видишь? Брат, ты что-то не в духе. Поссорились? Дай закурить. Смотри, не советую. Плохая привычка. Ну что, виделся с ней? Да. Последний раз. Да брось ты, решил свадьбу замотать. Какая свадьба? Ты же Гамбара знаешь. Слушай, Фарух, давай поговорим с майором. Может, он Гамбара уговорит? Ничего не выйдет. Ну откуда ты знаешь? Я сам с ним говорил. С Гамбаром? Он в такое бешенство пришел, что чуть за ружье не схватил. Так-то лучше. Я знал, что ты шутишь. Я не шучу. Когда я провожал Эжеран, Гамбар ехал мимо и нас увидел. И что? Ну, такое мне наговорил. Тебе же скоро в наряд. Чего сидишь? Отдохнуть надо. Сейчас иду. Пойдем. Ну и что дальше? Ну, стал кричать, чтобы я оставил ее в покое. Просто не знаю, что мне делать. Ох, засекли, гады. Поехали. Алло. Алло, Рубин, дайте мне 9-й. Товарищ полковник, докладывает старший лейтенант Рагимов. Нарушена государственная граница. Черт, кажется, ногу вывихнул. Если мы до рассвета не успеем перейти мост, нам крышка. Но я не могу идти. Ну, как-нибудь постарайся. Что делать? Не оставаться же здесь. Больше нет сил. Боль. Потерпи. Немного осталось. Иди один. Я здесь останусь. Да беги ты скорее, а то они нас обоих накроют. Ну? Беги, я их отвлеку. Разрешите? Да, пожалуйста. Майор Паладов явился по вашему приказу. Получено донесение из 9-й заставы. Нарушена граница в нашу сторону. В каком месте? В районе Волчьего оврага. Ну, там не очень-то разгуляешься. Видимо, цель нарушителей пробраться в поселок. Я думаю, товарищ полковник, что это пожаловали долгожданные гости. Вы имеете в виду предполагаемых гостей Фейзи? Да, Павел Артемьевич. Утверждать это сейчас, пожалуй, преждевременно. Тем не менее, поиски нарушителей не должны отвлечь нашего внимания от Фейзи. Наоборот, необходимо усилить наблюдение за его домом и в поселке. Есть, товарищ полковник. Нарушение границы и связь с Фейзи могут быть отвлекающим маневром. И кроме того, вам следует предусмотреть и другие возможные связи. Понятно, товарищ полковник. Ну а теперь внимательно посмотрите вот эти фотографии. Может быть, придется встретиться с ними в натуре.
Асадов, пустите собаку. Федоров, обыскать? Есть обыскать. Чем он его? Ножом, гад. Жаль пса. Не выживет. А такой чудесный пес. И только медаль получил. Где нарушили границу? Там, у той большой горы прошел. Где напарник? Нет, у меня напарник. Лжете, мы знаем, что вы были вдвоем. С какой целью перешли? Да так получилось. Корову свою пошел искать. И заблудился. Ладно, разберемся. Рядовые Пожарский, Кротов, доставьте нарушителя на заставу. Есть, иди. Сержант Сидоров и рядовые Антонов и Мериев, осмотрите местность. Есть. Остальные ко мне. Слушать мою команду. На КСП обнаружены следы двух человек. Продолжать поиски в этом направлении. Ага. Стой! Стой, стрелять буду! Стой! Куда тебя ранил, Олежка? Плечо, а черт! Сейчас перевяжу. Не надо, я сам. Не надо же! Да дай сюда, не теряй время, а то убежит! Стой! Стой, стрелять буду! Клянусь жизнью, мне больше ничего не известно. Я бедняк, а семью ведь прокормить надо, трое детей. За каким товаром вы шли? Да откуда я знаю, он мне про это не говорил. Он мне только сказал, переведешь меня, я тебе хорошо заплачу. Ну, я и согласился, и спрашивать ничего не стал. Если бы я знал, я бы сразу сказал. Одно ясно, за контрабандой он пошел. А к кому он шел? Он мне не говорил, не знаю. Он мне велел ждать его возле моста и не трогаться с места. Ну, а потом назад провести. А теперь что? Сам-то он удрал. А я теперь должен за него отвечать. А вы уверены, что ему удалось уйти? Напрасно на это надеетесь. Скоро вы его увидите. Думаю, тогда вы иначе заговорите. Увидите. Товарищ майор, какие будут соображения? Сейчас еще трудно что-нибудь сказать. Если не задержим второго, вряд ли этот заговорит. От нас он не уйдет. Задержим. При обыске нарушителя не обнаружено никакой контрабанды. Кто же он? Так что пока версия проводник, пожалуй, довольно убедительна. И местность ему знакома. Все тропинки назвал. Ну, это ерунда. Любой человек это сумеет. Когда существуют карты, можно выучить наизусть все дороги и тропинки на свете. Но вряд ли так подробно. Разрешите?
Товарищ майор, разрешите обратиться к начальнику заставы? Пожалуйста. Товарищ майор, только что доложил рядовой Сажин. В районе Птичьей скалы обнаруженный нарушитель оказал вооруженное сопротивление. Федоренко ранен и доставлен на заставу. Нарушителя преследует сержант Асадов. Находящиеся на границе рядовые Савченко и Рустамов посланы на помощь Асадову. У вас все? Так точно. Можете идти. Есть. Товарищ Рагимов, в район Нижнего Камня вышлите поисковую группу в составе 5 человек под командованием сержанта Еремеева. Нужно отрезать путь нарушителю. Вы останетесь на составе, а я отправлюсь к месту происшествия. Обстановку доложите начальнику отряда. Слушаюсь. Разрешите идти, товарищ майор? Идите. Алло, Рубин, дайте 9-й. Товарищ полковник, докладывает старший лейтенант Рагимов. Слышали автомат ночью со стороны моста. Старший наряд Иванов. Продолжайте нести службу. Рядовой Кулиев, вместе с Якушевым и Сафроновым быстрым обход к мосту. Есть! Уйдешь, негодяй, я тебя живым возьму! Стой! Руки вверх! Не двигаться! Стой! Стой, тебе говорят! Не подходи! Заколдованный обвал, рухнул мост. Надо спасать отару. Она осталась по ту сторону. Скорее разгружайте машину. Я пошел, дядь Бахиш. Дядь Бахиш, ты оставайся на ферме. Мы к вечеру вернемся. Положение очень серьезное. Все дороги завалило. Гамбар, а что там на границе? Была перестрелка. Поймали нарушителя. Одного поймали, а второй скрылся. Один наш пограничник ранен. Ранен? А кто, не знаешь? Не знаю, но говорят, тяжело. А нарушитель как в воду канул. Никак не могут найти. Но ничего, от наших ребят не уйдет. Ребята, что же вы? Садитесь в машину, скорей! Нельзя время терять! Поехали! Ну, давай руку! Где Фарух? Не знаю. Что случилось? Да ничего. А где же Фарух? Ну, там, где положено. А майор здесь? Шла бы ты домой, Жран. С
скажи, кого ранили? Федоренко. Старшина, скорее! Сейчас, сейчас! Иди-ка лучше домой. Сейчас не до разговоров. Вы куда, девушка? Федоренко. Сейчас его нельзя беспокоить. Я на одну минутку. Нельзя, он спит. Назад! Ну что ж, можно и назад. Садись. А? Садись! Что делать, думаешь? Не разговаривать. Скоро гроза начнется. А ты что, насморка боишься? Ты думаешь, они найдут нас? И решил ждать, пока они придут? Не дождешься, парень. Кому может прийти в голову, что мы сюда собрались? А если б кто и додумался, какой в этом толк? Сюда была одна единственная дорога. И ту теперь завалило. Да, плохи наши дела, парень. Трудно будет отсюда выбраться, но попытаться надо. Послушайся моего совета, парень. Мне приходилось бывать в таких горах. Тут шутки плохи. И чтобы выбраться отсюда, мы должны доверять друг другу. Чего захотел? Так я и стану доверять тебе. Зачем нам сейчас спорить? Ты сам подумай. Эти горы нас с тобой одной веревочкой связали. Ты же знаешь, здесь идти в одиночку – это верная смерть. Неужели ты хочешь, чтобы нас с тобой сожрали звери? А если не хочешь, то пока у нас есть сила в ногах, надо идти. Напрасно пули тратишь, солдат. Ты тут хоть гору раскали, он все равно ничего не услышит. Этой стрекозе разве сюда забраться? Встать! А? Иди! Эй, предупреждаю тебя, если вздумаешь валять дурака... Да ты что? Мне жизнь пока еще не надоела. Пошли. Товарищ майор, из отряда требуют донесения. Хорошо, передайте. Осмотрели скалы Девичью и Птичью. Горы Семендар и Кичикдаш. Поиски результатов не дали. Погода облачная. Ожидается дождь. Идем на посадку.
Ну, чего стал? Сколько можно идти, дай дух перевести. Устал я, не могу больше. Закурить хочешь? Обойдусь. Здоровье бережешь? Да, берегу. Оно мне еще пригодится. Но ты время не тяни. Кури скорей. Даю тебе 2 минуты. Что, и в горах время деньги? Время везде деньги. Вот это ты верно сказал. Время – это деньги, а деньги – вещь хорошая. Вот, взгляни-ка. Руки из кармана. Ну, здесь 10 тысяч. А? Хочешь, они твои будут. Отпусти меня. Скажи, что ты не смог меня поймать. Или что я со скалы сорвался. Кто проверит? Ну, а ты не прогадаешь. Думаешь, все продается? Только недорого ты совесть ценишь, старик. Это уже не какие-нибудь бумажки, парень. Деньги. Самые настоящие, советские. На 10 тысяч ты знаешь, сколько купить можно? Ты ведь еще жизни не видел. Не век же ты будешь служить в армии и торчать на этой границе. Подумай о будущем. Бери. Ты парень с головой. Найдешь, что с деньгами делать. Наверное, тебя ждут родители. Вот ты их и обрадуешь. Может, и невеста есть. Жениться сможешь. Этих денег тебе хватит и дом купить, и свадьбу сыграть. Бери же. Руки вверх! Ну вот, опять начал. Встать, руки вверх. Других слов не знаешь? Молчать. Хватит, надоело. Я и так слишком долго тебя слушал. Убери это, мерзавец. Зря ты ерепенишься. Чем орать, лучше бы подумал. Жалеть потом будешь. Иди, хватит болтать. Ну что ж. Скорей! Ага, хорошо, что ты пришел. А то я уже к тебе собирался. А что такое? Да не по душе мне это все. Всю ночь глаз не смыкал. Никто ко мне не пришел. А что с товаром делать? Ну что ты, ей-богу. Ведь в нашем деле не существует точного расписания. Вчера не пришел, придет сегодня. Ну, а я что же, должен рисковать? Не могу я держать товар. Да не волнуйся, ну кто от своего добра откажется? Потерпи немного, придет обязательно. Да, плохое дело ты меня втянул. Отвечать-то мне придется. Забирай товар. А, вот как ты заговорил. А что ж ты не говоришь, забирай деньги? Не деньги забирай, чертовой матери! Да потише ты, ах, подлец. За свою шкуру дрожишь, негодяй. Вспомнил бы лучше, сколько ты мне должен. Кто еще тебе столько даст? Я завтра зайду к тебе. Если он и сегодня ночью не придет, заберу товар. И кончай паниковать. Ладно. Но я последний раз это делаю. Не хочу больше. И ты на меня больше не рассчитывай. Кончилась твоя власть. Ну, щенок, теперь-то я уже уйду от тебя. Рано обрадовался, не уйдешь. Не уйдешь, собака! Стой! Не двигайся, а то взорву! Руки вверх! А ты мне начинаешь нравиться. Я думал, растеряешься. Честно тебе скажу, первый раз в жизни такого парня встречаю. Я таких негодяев, как ты, тоже в жизни не видел. Иди! Ты из каких мест? Что, в гости собрался? Я из таких мест, куда тебя твоей поганой ногой не ступить. Иди, тебе говорят. Иду.
Товарищ майор, весь участок прочесали, но результатов никаких. Может, они в поселке? Поселок окрестности под наблюдением. Куда же они исчезли? Неужели нарушитель с перепугу взобрался на заколдованную? Вряд ли. Ведь это же верная смерть. Но нарушитель не знает о коварстве заколдованной. Его преследует Осадов. И я думаю, что в конце концов он его найдет. Да, Осадов парень настоящий и не упустит нарушителя. Но если тот скрылся в горах, это очень опасно для них обоих. К тому же был обвал. Но Фарух это не остановит. Такой отчаянный парень. Меня тоже очень беспокоит Фарух. Выход один. Искать на заколдованной прямо сейчас, несмотря на дождь. Возьмите группу пограничников и Гамбара. Он хорошо знает дорогу. Слушаюсь, товарищ майор. Нет, ты подумай, так прямо и сказал. Не ожидал я от вас, дядя Гамбар. Что ж, как-нибудь и без вас обойдемся. Вот пусть и обходятся, раз такие герои. Надо было пойти. Ты же сам виноват, а на них злишься. А вообще-то нечего расстраиваться, Рагиму в обязанности, это его долг. А тебя никто не может заставить. Но ты еще насмехаться будешь. Он меня оскорбил, этот сержант. А мне из-за него в горы забираться? Нет уж, пусть сами идут. И чего ты взъелся на парня, не знаю. Ну, подумаешь, он тебе что-то такое сказал. Наглец, чем гордиться? Его отец, мол, погиб на фронте. А еще неизвестно, как он там воевал. А я 3 раза заявление подавал. Не отпустили меня. Сказали, здесь тоже фронт, ты здесь нам нужен. Ну, разозлился он и сказал лишнее. А, нашел, чем уколоть. Ведь придумал же такое, негодяй. За эти горы я прятался. Еще никто в жизни меня так не оскорблял. И я этих слов ему до самой смерти не прощу. Не стыдно? Ну и характер же. Вот и сейчас тоже. Ну, скажи, почему ты не пошел с ними? Ну, как они без тебя найдут дорогу на заколдованную? Будешь ужинать? Дай ружье. Оденься потеплее. Наверное, раньше утра не вернется. Послушай, парень, давай разведем костер. Сигареты насквозь промокли, да и самим подсушиться надо. А ты что-то рано сдавать начал. Ну вот еще. Просто я без курева не могу. Да ты на себя посмотри. Похож на мокрую курицу. Так и заболеть недолго. А нам еще лазить и лазить по этим камням, будь они 3 прокляты. Ну, ты поосторожней. Нечего чужую землю проклинать. Чужую? Да, да, это верно. Горькое это слово чужбина. Отпустил бы ты меня домой, солдат. Жалься над стариком. Сколько мне жить-то осталось? Ну, опять заладил. Убедился, что деньги не действуют. Решил на чувствах моих сыграть. Слушаю тебя, и даже странно. Что у тебя в голове творится? Тебе известно, что значит долг перед Родиной? Клянусь, что я ничего плохого не сделал вашей власти. Контрабандой занимаюсь. Жить-то надо. А в вашу страну я 1 раз пришел. Контрабанда – это экономическая диверсия. Ты слышал такие слова? Не слышал. Еще неизвестно, зачем ты на самом деле пришел. Да я тебе правду говорю. За золотыми часами я пришел. Это ты на допросе скажешь. Все вы сначала так говорите.
Ну, а потом уж... Будь человеком, парень. У меня голова седая, не к лицу мне врать. Неужели ты еще не понял? Зачем бы ты ни пришел сюда, для меня это не имеет никакого значения. Даже если к бабушке в гости. Я все равно доставлю тебя на заставу. Куда ты меня не доставишь, не надейся. Уйду я. Только на тот свет, старик. Но и ты со мной. Гранату бросишь. А ведь она не разбирает, где свой, а где чужой. Мелкая душонка. Такие, как ты, на что угодно пойдут, лишь бы сохранить свою шкуру. А я, если нужно, будь уверен, секунды колебаться не стану. Надо же, какой сумасшедший попался. Ну, тебе, может, и все равно. А мне пока умирать не хочется. Тогда дома надо сидеть. А ты лезешь, как вор, на чужую землю. Это я вор? Ты видишь вот эти горы? Сколько раз я в молодости забирался на эти вершины? Брось сказки рассказывать. Туда и местные не все дорогу знают. А неужели ты не заметил, что я знаю эти места? Что мне здесь знаком каждый камень, каждая тропинка? Да ты знаешь, с другим бы ты здесь плутал до самой смерти. Эх ты, тебя еще и на свете не было, когда я жил в этих краях. Я здесь почти всю жизнь прожил. Ну, знаешь, ты заболтался, старик. А ну, вставай, хватит сидеть. Правду я тебе говорю, парень, здешний я. Знаешь, здесь небольшое заброшенное село. Утром я проходил там, одни развалины. А когда-то там был мой дом, была семья, сын у меня был. Хороший малыш. Он меня очень любил. На колени ко мне залезет. А потом меня спрашивает. Папа, что это у тебя на лбу? А я говорю, это меня как-то чертенок поцарапал, видишь? Неправда! Мой отец погиб! Нет! Нет, нет. Ты не мой отец. Ты все врешь. Мой отец погиб на фронте. Нет. Тихо. Да перестань ты. Кого нужно? Гостя Бог послал. А что ж ты так поздно являешься, любезный гость? Ты же знаешь, что позднему гостю угощения не остается. А если у гостя карман пустой? Ну, тогда уж придется угостить. Здравствуй. Здравствуй, добро пожаловать. Прошу. Ага. Тебя никто не видел? Да нет, никто. Иди. Ага. А я беспокоился. Ты же вчера должен был прийти. Зеленые шапки, будь они... Тише, что ты? А кто там у тебя? Здесь никого нет, но соседи могут услышать. Зеленые шапки, пропадя не пропадом. На каждом шагу торчат, проскользнуть невозможно. Пришлось переждать. Я уже весь извелся. Кто-то большую деньгу зашибает, а я за что дрожать должен? Ну, тебе тоже немалый куш перепадает. А страху сколько? Все время как будто нож у самого горла. Надо приходить, когда договорились. Ты сам прекрасно знаешь, держать дома контрабанду — верный срок. Ну, ладно. Раздевайся, поужинай, с чем Бог послал. Нет, я не могу задерживаться. Надо скорее передать товар, пока не расцвело. Ты что, не останешься ночевать, не будешь его дожидаться? Нет, отнесу товар напарнику и сразу же вернусь. Он меня ждет у границы. Если я задержусь, ему уже не пройти. Нельзя ни минуты терять. Так что давай скорее неси товар. И поскорей. Ну, пожалуйста. Вот он. Да поможет нам Аллах. Это все? Что мне дали все здесь? Мне чужое добро не нужно. Ну, проводи меня. Сейчас я посмотрю. Иди, только будь осторожен. Мы всегда осторожны, Фэдди. Ну, хватит! Одевайся!
А ну, постойте, здесь, по-моему, кто-то есть. Погасите фонари. Что это значит, дядя Гамбар? Что Фарух жив, мне кажется. Честно говоря, этот костер не нравится мне. То есть? Что вы этим хотите сказать? Это ничего особенного. Только то, что сказал. Что ваш Фарух жив, и все. Сейчас идти опасно, туман сгущается. А дорога здесь очень трудная. Так что лучше переждать. Товарищ полковник, я не очень надеялся, что этот тип с торговой базы не надует нас. Но пароль оказался верным. У него не было другого выхода. Содержали прямо у калитки Фейзи, а при обыске в доме нашли золотые монеты. И он, чтобы облегчить свою участь, как говорится, искренне покаялся. В общем, этого контрабандиста мы вовремя задержали. Вы думаете, что здесь только контрабанда? Нарушитель упорно доказывает, что он проводник. Фейзи утверждает, что он всего лишь передаточный пункт. А снабженец говорит, что он только связной. Остальное отрицает. Ясно одно. Явка была у Фейзи. А вы заметили, как эта троица легко и единодушно признает себя виновной в контрабанде? И еще одна деталь. Ни Фейзи, ни этот самый снабженец не знают, кто должен прийти с той стороны. Да, верно, Павел Артемьевич. Пожалуй, для контрабанды это слишком сложная система конспирации. Слушаю. Товарищ Назаров? Костер? Разжи, товарищ полковник. Да, странно. Необходимо усилить наряды на границе. Свяжитесь немедленно с 6-й заставой. Пусть там тоже перекроют все пути на ту сторону. Ясно? Выполняйте. Обнаружен второй след. Сержант Асадов и нарушитель живы. Возможно, они заблудились в горах. Что у вас, товарищ полковник? В часах, взятых у Фейзи, обнаружена микропленка. Ну вот видите, какая это контрабанда. Расшифрована? Нет, товарищ полковник. Обработка еще не закончена. Ясно. Я могу идти? Да, идите. Товарищ Паладов, сейчас же приступайте к допросу. Особенно займитесь снабженцем. Он знает больше, чем сказал. Вы теперь понимаете, как важно задержать второго нарушителя? Да. Очевидно, он и есть основная фигура. Ясно, товарищ полковник. Я дрался, пока не упал. Что было дальше, не помню, потерял сознание. А на другой день очнулся. Уже в плену. Вот так это и случилось. Сперва был в немецких лагерях. Потом оказался у американцев. Когда кончилась война, они нас освободили. Я собирался сразу вернуться домой, но они сказали, что нас там ждет тюрьма или смерть. Если удастся избежать расстрела, то уж Сибири не избежать. Но им не удалось меня запугать. И голодный, и без денег. Почти всю Европу прошел. И добрался до советской зоны. Одежду дали, досыта накормили, встретил хороших людей. Ну, думаю, теперь я уже скоро вернусь на родину, и все несчастья кончатся. И вдруг, пожалуйста, нашелся мерзавец. Но мои руки посмотрел. А где мозоли? Ты, говорит, наверное, сразу же немцу продался, негодяй. Ведь вот что выдумал. Я ему говорю, ну ты подумай сам. Меня же в строгом режиме держали. Я 3 раза из плена бежал, и никому я не продавался. Не поверил он мне. Говорит, ты изменник. Мне тогда так горько стало. И я забежал. Ну, а когда ты узнал,
что всех невиновных освободили и реабилитировали. Что же ты не вернулся? Наверное, не так уж плохо тебе там было. И свою родину, и свою семью забыл. Нет, сынок. Все эти страшные годы я день и ночь думал, как бы вернуться к вам. А когда я узнал, что наводнение смыло наше село, чуть с ума не сошел. Долго опомниться не мог. Мне сказали, что вы погибли. И ты, и мать. И тогда ты решил, что родина тебе больше не нужна. Не надо упрекать меня. Ну, ты сам посуди, сынок. Кто у меня остался? Кому я здесь был нужен? Да если бы я знал, что у меня здесь есть сын, я бы плюнул и на Сибирь, и на все страхи, вернулся бы и нашел тебя. Но я думал, вас нет. Я не знал, что ты жив. Так кому же идти? Как это к кому? Подумай, что ты говоришь. Здесь твоя родина. Я ведь тебе рассказывал. Ты же знаешь, на мне было клеймо. Ну и что? Ну, случилось так. Но если тогда произошла ошибка, и все-таки, что бы ни случилось, родину не бросают. А ты это сделал, и этому нет оправдания. Ах, сынок, не говори так. Думаешь, мне было там легко? Сколько мне всего пришлось пережить, не всякий бы выдержал. Видно, такая моя судьба. Что поделаешь, каждому свое. Да и тебе, наверное, не сладко пришлось. Рос сиротой, без отца, без матери, бедняжка. Но меня нечего жалеть. Если бы я у вас жил, тогда, конечно, ничего бы в жизни не добился. А тут мне дали все, все, понимаешь? Что они тебе дали? Что? Никола, ни двора, ты же нищий. Кончишь служить, что тогда? Куда пойдешь без единой копейки в кармане? Без денег что за жизнь? Знаешь, когда я оказался там, я очень скоро понял, что деньги — это главное. За деньги можно все купить. И свободу, и власть, и счастье. Все, что тебе нужно. Вот я и стал искать способ, как бы добыть денег. Послушай, сынок, сейчас у меня есть кое-что. Нам хватит. Шел бы ты со мной. Соглашайся. С отцом будешь жить. В Европе сможешь учиться. Я для сына все сделаю. Пойдем со мной, не пожалеешь. Смотрю я на тебя, и мне даже странно. Неужели ты мой родной отец, а я твой сын? Мы как будто живем на разных планетах. За мое будущее мне нечего бояться. Я знаю, что когда кончу служить, в любой институт для меня будут двери открыты. А когда я получу специальность, то искать работу не придется. И меня все твои деньги ни капельки не прельщают. Но тебе этого, конечно, не понять. Жадность сгубила тебя, поэтому ты и продался. Это я продался. Ну, ты как хочешь, считай. Но свою совесть я еще никому не продавал. И пришел я сюда не из-за золотых часов, если уж говорить правду, а чтобы поклониться земле моих отцов, на которой я вырос. И вот нашел тебя. Пойдем со мной. Хорошее дело ты предлагаешь. Мало что сам ты без родины. И меня на эту дорогу тянешь. Мне очень жаль, что ты так дешево ценишь своего сына. А я привык гордиться тобой. Я думал, что мой отец лучше всех. Я всем своим друзьям рассказывал, что мой отец погиб на фронте. Я считал, что ты герой. А ты... Как связь с поисковой группой? Нормально, товарищ майор. Свяжите меня со старшим лейтенантом Рагимовым. Есть.
Луна, Луна, я море, как слышите меня? Пожалуйста, товарищ майор. Это 18-й? Говорит 29-й. Доложите обстановку. Так. Да. Так. Я вас понял. Ускорьте движение поисковой группы. Тщательно осмотрите острую балку. Есть приказ начальнику 10-й заставы закрыть подступы с тыла на его участке. Продолжайте поиски, буду ждать ваших донесений. Значит, не пойдешь со мной. Что же делать? Бог тебе судья. А мне больше сказать нечего. Ну что ж, давай простимся. Нет. Я тебя не отпущу. Не могу. И это ты своему отцу говоришь? Ведь ты моя плоть и кровь. Но людей не только кровь объединяет. Фарух, родного отца смерти предаешь? Ты не имеешь права говорить мне это. Ты моего друга ранил. А в меня ты разве не стрелял? Граница — это фронт. И ты на стороне врага. Фарух, я никому не хотел причинить вреда. Бог тебе не простит, если ты нарушишь закон крови. Не делай этого. Сам потом всю жизнь будешь раскаиваться. Страшный грех — отречься от родного отца. Одумайся, сынок, пока не поздно. Ради своего отца я бы все на свете сделал. Но сейчас передо мной не мой отец. Для меня ты человек, нарушивший границу моей родины. А если ты знаешь, что невиновен, то почему же так стремишься уйти? Послушай, сынок, ты молод еще и многого не понимаешь. А я столько в жизни видел, столько горя испытал. И жизнь меня научила. Я ведь не только о себе думаю, но и о тебе, сынок. И я в молодости тоже такой был, как ты. А что это мне дало? Разве это кто-нибудь оценил? Обозвали меня изменником и разлучили с родиной. Ну вот сейчас приведешь ты меня как преступника и сдашь своему начальству. Думаешь, тебя по головке погладят? Нет, всю жизнь на тебе будет пятно, что ты сын изменник родины. Всю жизнь. Все двери для тебя закроются. Института ты и не увидишь. Из комсомола сразу же исключат. Погубишь ты себя, сынок. Мне будет нелегко, я знаю. Но только, конечно, не из-за этого, а от сознания, что мой отец мне чужой. Совсем чужой. Нет, сынок, не чужой я тебе, неправда. Но не хочу я остаток своих дней просидеть в тюрьме. Самым святым могилой матери тебя заклинаю. Замолчи! Хватит! 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 Сынок, если б ты знал, как я тосковал по своей родной земле. Столько лет мечтал увидеть ее. Вот здесь у меня земля. Я взял ее у старых развалин. Там, где стоял наш дом. Я ее взял, чтобы увезти с собой на чужбину. Фарух. Фарух! А? Что случилось? Фарух! Фарух! Что с тобой? Как же так? Объявился покойничек, и как только земля его терпит. Мало что такие негодяи живут на свете, так они еще и сыновей плодят таких же.
старая истина. Яблочко от яблоньки недалеко падает. Какой отец, такой и сынок. Выходит, мы проглядели человека, товарищ майор? Не могу поверить. Местность эта трудная. И они наверняка где-нибудь блуждают. Нужно еще раз прочесать заколдованную. Товарищ майор, можете считать, что сержанта Асадова здесь уже нет. Дядя Гамбар, не так легко зачеркнуть человека. Фарух рос на наших глазах и успел неплохо себя проявить. Сархан, его отец, тоже вырос здесь. А все-таки оказался на той стороне. Все в порядке, товарищ полковник. Вот полюбуйтесь. Да. Хорош гусь. Садитесь. Воронина. Товарищ Воронин, приведите нарушителя. А у меня для вас новости. Второй нарушитель – отец сержанта Асадова. А как это удалось установить? Вернувшись с поисковой группой, Гамбар заявил, что путь, по которому шли нарушитель и Фарух, мог знать только местный уроженец. С моего разрешения ему показали фотографию. Да, новость не очень приятная. Дано указание возобновить поиски. Знакомая вам агентурная группа развернула деятельность на очень важном участке. Ну, об этом попозже. Садитесь. Вы можете идти. Есть. Благодарю вас. Итак, вы настаиваете, что эта личность ваш хозяин? Да. Господин проводник, не пора ли придумать что-нибудь пореальней? Клянусь своей жизнью, начальник. Все, что я вам говорю, правда. Вы не могли быть проводником человека, который здесь родился и знает эти места, как свои пять пальцев. Это вам показывали дорогу. Да, я боялся в этом признаться. Но это верно, мы шли вместе. Это неубедительно. Сюда прийти вы не могли бы вместе. Сархан никогда не решился бы идти в поселок, жители которого его помнят. А он уверен, что Сархану удалось бежать, поэтому и рассказывает нам сказки. И все-таки мы совершенно уверены, что Сархан был вашим проводником. Ну, что скажете? Ну, допустим. Нам ничего допускать не нужно, мы это точно знаем. Раз вы признали, что пришли за контрабандой, значит, не отрицаете, что эти часы предназначались вам? Ничего, кроме контрабанды, вы мне не пришьете. А контрабандой многие сейчас занимаются. И никто не докажет, что я замешан в делах с часами. Докажем. И даже очень просто докажем. Ваш незнакомый друг припрятал для вас интересный документик. Он-то и был целью встречи у Фейзи. С помощью этого документа вы должны были проникнуть на объект, заснятый на микропленке. Ну как? Будете говорить? Будете. Куда вам деваться? Товарищи пограничники, для продолжения поисков сержанта Асадова и задержания нарушителя назначаются две поисковые группы. Поиски будут проводиться на горе Заколдованной. Поисковую группу кавалеристов, в которую включен товарищ Гамбар, возглавляет старший сержант Иванов. Вам, товарищ старший сержант, и вашей группе предстоит начать поиски Зеленого Яра. Вторую поисковую группу возглавляю я. Встречаемся на сопке Круглой. Вопросы есть? Нет, товарищ майор. По местам! Дядя Гамбар, проводите пограничников в те места, которые здесь считаются наиболее недоступными. Вы товарищ понимаете? Майор, часовой с вышки доложил, на заставу ведут неизвестного. Ну иди и расскажи всю правду. Честно расскажи. Ничего не скрывай. И если действительно ты невиновен, тогда можешь считать, что у тебя есть сын.